Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я хочу вам рассказать об одной очень необычной функции OneNote 2007. Когда мы пишем большие документы, очень часто приходится считать. И ведь очень неудобно переключаться между приложениями, открывать что-то новое для этого. OneNote может делать подсчеты сам. Смотрите, я ввожу число, действие, которое хочу произвести с ним, равно, и жму на Enter. Еще одно с умножением. И мы тут же получаем результат. Очень приятная функция, и я надеюсь, что она вам еще не раз пригодится.